Здравствуйте, подписчики канала. Вот это дерево слива. Значит, сегодня 26 марта. Я в прошлом году здесь делал прививки. Покажу, что изменилось как бы с прошлого года. Вот, значит, была прививка вот в этом месте. Вот это был черенок. И вот с одной почки какой вышел побег. Следующее место. Вот здесь тоже. Вот это вот был. Вот это был черенок. И тут вышло два побега. Вот один и второй. Побеги где-то больше метра. Еще одно место прививки, тоже вот этот черенок, и пошел побег. Вот тоже видно, два черенка было, один я сразу же удалил, вот это один, здесь был такой же второй. Как один развивается нормально, то я второй сразу же удалил. И тоже вот какие побеги за прошлый год пошли. Это было сделано в расщеп. А вот это прививка в стык. Плохо видно. Вот это было в стык. Тоже вот черенок. Вот до сих пор. А вот эти, это уже все с побегов. Новое поросло. Тоже большие, где-то метровые. Вот здесь тоже прививка, тоже в стык. В общем, все прививки, что я делал, все принялись, ну, кроме одной. Ну, теперь будем ждать то, что с прививок получилось, мы его будем развивать больше, а старые ветки я потом отрежу. То есть вот так вот, это прошел год. Буду снимать дальше по мере роста этого дерева и выкладывать. Так что можете просматривать дальше, если вам интересно. До новых встреч!